Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет распаковка посылочки. Это очередная посылка от моей любимой подружки. Подружка не моя, подружка Яночкина. Она уже мне присылала несколько посылок, я их показывала. И вот в этот весенний день Олечка решила меня опять порадовать посылочкой. Огромное тебе, Олечка, спасибо. Но сейчас будем открывать и вместе с вами смотреть, что в этой посылке. Итак, открываем. Открываем посылку. Так. Сейчас. Так. Так. Итак, начнем. Это чай. Вот такой вот, вот такая пачечка чая. Зеленого чая. Славик любит зеленый чай очень. У нас вообще Славик любит чай, но зеленый особенно. Так, что это? Вот смотрите, друзья. Какой шопер у меня теперь будет. О, какая прелесть. Ходить в магазинчик желто-блакитный. Олечка, ты как чувствуешь, что мне надо? Так, а в нем лежит? Что в нем лежит? Сейчас посмотрим. Ой, Нивея. Обожаю этот крем. Кстати, буквально вот на днях заходила в Еву, покупала салфетки бумажные Зева. Еще посмотрела, думаю, надо купить. Но думаю, гляну, что там у меня заканчивается, не заканчивается. Оказывается, действительно заканчивается. И вот, Оль, ты все угадываешь. Ты, наверное, что-то знаешь, что так все угадываешь, что мне именно нужно. Вот такой вот кремчик. Но это еще не все. Тут что-то еще лежит. А здесь лежит вот такое вот мыльце. Да. Кстати, очень хорошее мыло. Мягкое, хорошее и ароматное. Даже через упаковочку пахнет. Так. И, пожалуйста, еще раз показываю. Так что теперь, видите, какой у нас красивый наш флаг. Необыкновенно красивый. Так, едем дальше. А дальше, батюшки, зефир. Смотрите, друзья, с клубничкой. Обожаю зефирчик. В общем, все одни вкусняшки, Олюшка, одни вкусняшки. Но мы сейчас собираемся ужинать, поэтому после ужина обязательно попробую. Обязательно. Ой, прелесть. Так. Дальше. О-хо-хо-хо-хо. Вы гляньте, что здесь. Огромная плитка шоколада Милка. Огромнейшая. Вот какая. Это с кофейком. Прелесть. Олечка, ты вот что не возьмешь, и ты все угадываешь то, что я люблю. Так. Крекер. Это у нас Славочка по этим делам. Он обожает. Это именно для Славочки. Спасибо, Олюшка. Дальше. Боже мой. Ириски. Как я давно не кушала ириски. Раньше, помните, был золотой ключик. Потом были кис-кис. Всевозможные разные конфетки. А сейчас как-то вот не встречается. И тут вот, пожалуйста, ириски. Это золотой ключик, по-моему, и есть. Сейчас я посмотрю. Ирис. Ну, ключик, во всяком случае, нарисован. Скорее всего, что это золотой ключик. Вот такие вот конфетки. Ирис сказочный называется. Ну, может быть, изменили название. Ну, тоже попробую. Ну, после ужина попробую. Кстати, я же сегодня ходила к зубному. Все у меня в порядке. Я так переживала, волновалась. Нет, все у меня в порядке. Так, и еще ириски. Но это уже другие ириски.
как они называются, сейчас я посмотрю. А просто ирис со вкусом молока. И вот такие вот ириски. Вот такая вот посылочка мне пришла от Олечки. Огромное спасибо тебе, Олечка, за такую посылку. Очень приятно получать посылки от таких своих земляков, от харьковчан, наверное, втройне, в пятерне, не знаю во сколько приятнее. Оленька, спасибо тебе, что ты обо мне помнишь, и о Славечке, конечно, что ты нас не забываешь. Спасибо за посылочку, очень трогательно. Надеюсь, что мы уже скоро, я уже так думаю, что скоро, особенно сегодняшняя эта ночь, которая у нас была, это была ужасная ночь, я не спала, я переживала, пока дождалась утра, потом закончилась тревога, домой звонила своим друзьям, родственникам, сыну, это, конечно, ужасно. Но очень хочется, чтобы мы как можно быстрее уже вернулись к себе домой, все вместе встретились, пообщались, поплакали, посмеялись, вспомнили, вспоминать там будет что. Ну и, конечно, я думаю, что и слез будет много. Но будем держаться. Еще раз огромное спасибо за посылку. Я, конечно, тронута, Олечка, очень тронута, что ты вот так вот о нас думаешь, присылаешь нам эти посылки. Приятно очень, ну... Не нужно так тратиться, потому что это все стоит денег. А сейчас у нас у всех такая тяжелое материальное положение, тяжелая материальная ситуация. Лишних денег, как говорится, ни у кого нет. Поэтому, ну и тем не менее, безмерно тебе огромное спасибо. Я вам желаю добра, мирного неба. Берегите себя. Все будет Украина. Здравствуйте. Славочка, уже как бы закончила видео, но ты подошел, и я уже тебе хочу показать. Смотри, значит, это твой любимый зеленый чай. Да. То, что ты любишь. Да. Крекер. Крекеры, цибули вообще. Вот. Это ириски. Да, это для тебя. Ириски, это для меня, хорошо. Это тоже. Это тоже, это тоже для тебя. Это тоже для меня. Да. Так, смотри, какой зефир. Зефир, это для меня. Это для тебя. А теперь смотри. Ух ты! Представляешь? Какой, будешь ходить в магазин с такой сумочкой. Да. Вот такая вот. Олечка, Олечка, большое спасибо. Так душевно, так приятно. Вот что у Яночки такие вот подруги. Большое спасибо от всего сердца. Оля, я посмотрела на эту барышню и увидела тебя здесь. Да. Вот. Очень, очень ты похожа. А это кому мыло? Тебе. А это мыльца, ага. И это кремчик. Ага. Кремчик точно ага. Мне. Ну, конфеты, наверное, поделим. Хорошо. Хорошо. Еще раз огромное спасибо. Спасибо большое. Мира, добра, тепла в душе. Все будет хорошо. Какая кошка не любит коробочки? Ну так, вот какая кошка? Так. Коробочка это святое, да? Так. Мияся. Ты такая большая, что ты в эту коробочку не влазишь. Так. Она так любит куда-то прятаться, под одеяло, под покрывало. Так. Все. Спряталась. Да, Мияся? Миясь. Ты хочешь поиграться? Ну, давай тогда опустим коробочку на пол, пусть поиграется немножко. Так. О. Все. А ты не закрывай, ты ей вот так вот сделай. Тихо. Вот так, сделай ей домик. Тихо. Мы ее сейчас запакуем и отправим куда-нибудь. Все, вот. Все, запаковали, все. Мау. Славочка, опусти на пол коробку, чтобы, не дай бог, она не упала, а то... Опа! Все, играйся. Есть чем поиграться, да?